Привет. Хочу пожарить два окорочка. Я их уже помыл. Нам понадобится два окорочка. Можно и крылышки, можно и другое мясо какое-то. Понадобится чеснок, перец и соль. Все. Самый нормальный набор ингредиентов у вкуснителей. Вот это шкурки отрезаю кошки. Где-то гуляет еще кошка. Придет, будет обрадована. Вот, разрезаю по суставу и еще разочек разрезаю. Так, и вторую тоже. Убираю здесь вот эти вот шкурки. Какие-то их отрезаю всегда. Так, и тоже по суставчику. И еще раз вот так. Так, сейчас разогрею сковородку и буду жарить. Сковородка у меня греется. Наливаю сюда буквально столовую где-то ложку масла подсолнечного. Уже у меня сковородка разогрелась. Вот, теперь ложу кусочки курицы. Шкура вниз сюда. Накрываю крышкой, потому что стреляет. И пока будет курица обжариваться с одной стороны, я ее не солю, не перчу, ничего. Я подготовлю чеснок. Чеснока беру вот 3 зубчика. На такое количество хватит. Потом вот так раздавливаю. Очищаю и мелко режу. Хотя резать можно не мелко, так. Ну, нужно и крупные кусочки туда положить. Когда курица поджарилась с одной стороны, сейчас посмотрим. О, хорошо. Теперь я сейчас посолю все, поперчу, а потом переверну. Посолила курицу и поперчила. Теперь переворачиваю все кусочки. Делаю сейчас еще опять большой огонь. Я убавляла, потому что сильно стреляла. Делаю большой огонь. Опять солю. И перчу вторую сторону и посыпаю чесноком. Вот поперчила вторую сторону, посолила и присыпала чесноком. Запах уже пошел, конечно, такой классный. Теперь я накрываю крышкой. И буквально еще пару минут, чтобы постояла так. На большом огне курица, чтобы там взялась корочка. Потом делаю маленький огонь и в течение где-то часа готовится. Окорочка вот наши жарятся, вот столько воды вышло с нее. Я воду вообще не добавляю никогда. Вот столько воды выходит с курицы, конечно. Вот. Ну, все равно она будет вкусная. Покажу результат. Окорочка уже готовы. Я вилкой попробовала, хорошо прокалывается. Поэтому я сейчас делаю большой огонь, чтобы выжарить остатки жидкости. И обжарю с двух сторон до золотистой корочки. Если вам понравилось мое видео, ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь и кушайте на здоровье.